Приветствую вас. Вы знаете, парадоксальность вашей ситуации заключается именно в том, что вы себя вините. Как бы это вот ни звучало, да, как бы это ни было странно, как бы это ни было необычно для вас, может быть, но вот то, что вы себя вините, то, что вам стыдно, именно это, собственно, и определяет то, что вы снова и снова играете, и снова, как это ни парадоксально, будете играть до тех пор, пока не перестанете себя винить. Такая вот штука, такая вот история, даже если вам это не по душе, ну, как бы, суть от этого, в принципе, не меняется, вот, потому что, ну, идея заключается в том, что вы находитесь вот в таких, ну, таких зависимых, условно говоря, отношениях с собой, ну, самой собой, вот, и именно из-за этого, на мой взгляд, у вас и возникают, собственно говоря, какие-то проблемы. Именно из-за этого у вас возникают, собственно говоря, какие-то трудности, вот, потому что это действительно сложно снова и снова себя сдерживать, снова и снова переживать эти моменты, это действительно сложно, я могу только представить, в каком напряжении вы живете, по сути, каждый день, вот. Но, тем не менее, это, как бы, не отменяет факта наличия проблемы. Вот, так что вам необходимо перестать себя винить, вам необходимо отказаться от того, чтобы обвинять себя, и в большей степени перейти к позиции принятия своей зависимости, к позиции принятия своей проблемы, вот, такой проблемы, которая имеет место быть, для того, чтобы иметь возможность что-то делать дальше, для того, чтобы иметь возможность двигаться дальше, для того, чтобы иметь возможность развиваться, для того, чтобы иметь возможность выйти из, ну, из вашего состояния, из вашего замкнутого круга. Вот. И да, для этого придется признать тот факт, что сами вы не справляетесь. Для этого, да, придется признать тот факт, что сами вы не можете справиться. Тот факт, что сами вы не способны
ну, делать, сделать так, чтобы больше не оказываться в такого рода ситуации. Вот. А вот я думаю, что примерно так вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Несмотря на то, что сама по себе ваша проблема, она достаточно серьезна, достаточно неоднозначная вот проблема. И как бы она требует своего решения. И решение она требует, к сожалению, как можно более быстрого, вот, потому что вы очень рискуете, на мой взгляд, приобрести проблемы куда более серьезные, чем вот у вас есть сейчас, то, что вы просто сейчас проиграли большое количество денег, это, конечно, неприятно, но все-таки деньги можно как-то восстановить, а если вы окажетесь в долгах перед определенными людьми, допустим, вот, то здесь вам будет уже куда более серьезная угроза, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот, поэтому мне кажется, что будет лучше, если вы постараетесь не доводить до совсем трагичных моментов, до совсем трагичных историй, вот, и будет лучше, если вы все-таки вот возьмете ситуацию в свои руки, да, и признаете свою неспособность выйти из этой ситуации, вот, признаете свою неспособность справиться с ней, вот, и, соответственно, если вы признаете неспособность справиться с этой ситуацией, то мне кажется, вы тут же получите помощь. Вот. Вместе с тем, я хочу обратить ваше внимание еще и на тот факт, что зависимость никогда не появляется на ровном месте. То есть то, что вы играете, то, что вы проигрываете, говорит о том, что что-то вы через свою игру получаете, что-то вам игра дает. Вот. И очень важно понять, что дает вам игра. Очень важно понять, почему снова и снова вы начинаете играть, какие вы чувства испытываете чисто объективно, когда играете в игры. Ну вот, когда играете и проигрываете, соответственно. Вот. Мне кажется, это очень важно, мне кажется, это очень
очень ценно будет для вас определить вот эти аспекты. Вот, очень ценно будет определить то, собственно, чем вы руководствуетесь, чего вам не хватает, когда вы играете, вот, ну и так далее, и тому подобное. Вот, на эти вещи я предлагаю обратить вам самое пристальное внимание. Вот, вы, конечно, можете услышать такие вещи, как, например, то, что игромания не лечится, то, что это я как бы, ну, навсегда. Вот, это не так. Если вы хотите, если у вас есть такое желание, то все это можно будет, все можно будет подкорректировать, не отчаивайтесь, вы не один. Вот, значит, в этом случае, в подобном случае, ну, необходимо найти людей, соответствующих людей, которые вас поддержат, вот, попросить людей, значит, признаться людям в своей несостоятельности, несостоятельности в плане управления денежными средствами, к примеру, вот, донести все это до людей, вот, и попросить помощи. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.